В Майском районе продолжается сенокосная кампания. У фермеров из села Малайсары работы, начатые в августе, близки к завершению. В настоящее время скошено 5000 гектаров. В селе Малайсары 35 крестьянских хозяйств. В сельском округе насчитывается 4900 голов КРС, 3500 овец и коз и более 2100 голов лошадей. На сегодняшний день 35 единиц сельхозтехники используют сенокоси. Скошено 80% площадей. После скашивания начинается вывозка сена в сентябре, в октябре. В настоящее время крестьянским хозяйством Ханагат заготовлено 6500 тонн сена. Планируется собрать 9000 тонн. У нас в хозяйстве 200 гектаров сенокосных земель. Скосили на 170 гектарах. У нас работает 3 трактора. Крестьянское хозяйство планирует завершить сенокосную кампанию до октября. Мурат Билмажит, Айгерим Токман, Дәулет Кашкербаев, Ертес Акпарат из Майского района.